Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами канал Юбилейные Монеты. Сегодня на обзоре мы рассмотрим монету номиналом в 5 рублей. Эта монета попалась мне с оборота. Монета 2020 года Московского монетного двора. Ранее еще эти монеты мне не попадались. Ну вот, буквально на днях эта монета попалась мне на сдачу. Вот. Уже достаточно долго времени прошло с начала нового года. Поэтому монеты обычно с начала года, где-то полгода проходит, и они появляются в обороте. Вот. Ну вот, мне попалась такая монета. Практически в мешковом состоянии. У меня еще ее не было в коллекции. Поэтому 2020 год у меня уже пойдет в коллекцию. Вот. Монета в прекрасном состоянии. Как будто она, с мешка, но еще, конечно, она была в обороте. Ну, может быть, 5-10 раз ей расплачивались, по крайней мере, но состояние достаточно хорошее этой монеты. Вот, если вы коллекционируете, либо собираете, если вы коллекционируете монеты по годам, по годовку монет, то напишите это в комментариях, есть ли у вас такая монета и когда она вам попалась. Возможно, у вас ее еще и нет. Ну, конечно, если у меня будет возможность еще найти, я найду, может, поделюсь с кем-то. Вот, 2020 год. В принципе, нумизматическую ценность она большую не представляет, за исключением браков. Ну, вы знаете, как всегда, браки, они ценятся очень достаточно хорошо. Такая вот монета, по крайней мере, мне попалась. А на этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо и всем до скорых встреч. Всем пока.